Новым трубам в квартире Елена Большакова не нарадуется. Дому почти 40 лет. Все коммуникации обветшали и давно требовали замены. Без воды долго быть не пришлось. Все работы в квартире выполнили быстро и качественно. Дискомфорт длился для нас ровно один день. В квартиру заходит бригада, причем по всему стояку с первого этажа по девятый этаж. Там разные бригады заходят. Один день они делают все комнаты. У нас трехкомнатная квартира, кухню. Где-то начинают они в 10 утра, ну и в 6-7 вечера практически все работы завершены. К капитальному ремонту инженерных сетей в доме приступили еще в феврале. Сразу заменили трубы холодной и горячей воды. Весной начали обновлять и отопительную систему. При ремонте используют только современные материалы. Это идут полипропиленовые трубы. Согласно СНИПам, есть армированные, есть неармированные трубы. У них преимущество идет в том, что они, во-первых, не гниют, не подвержены известковым отложениями, зарастаниями и, в принципе, служат практически в полтора раза дольше. В данное время работы подошли к завершению, уже идет опрессовка и в ближайшее время будет осуществлена приемка этого дома. Полностью завершить капитальный ремонт инженерных сетей в доме планируют до конца июля. Всего в этом году в области запланировано провести капитальный ремонт в 1606 домах. Андрей Трой, Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов. События.